чтобы судьба не твое сказала слово. В нетерпенье известие зову я. Вот как раз из спутников Леоновых один, как дышит трудно, он с недоброй вестью. Беги, беги, Медея. Ни ладьей пренебрегать не надо, ни повозкой, ни по морю, так по суху беги. А почему же я должна бежать? Царевна только что скончалась, и следом царь-отец от яда твоего. Ха-ха-ха-ха! Счастливое известие! Считайся меж друзей, Медеи, с этих пор. Что говоришь? Здорово ты или бредишь? Царев очаг погас, а у тебя смех на устах и хоть бы каплю страха? Нашелся бы на это и ответ. Но не спеши, приятель. По порядку нам опиши их смерть. И чем она ужаснее была, тем сердцу слаще. А тебе что я скажу? Сама познаешь ты весь ужас дерзновения. Да, наша жизнь лишь тень, и в первый раз я в этом убеждаюсь. Не боюсь добавить я еще, что если кто или мудрецом себя считает, или глубоко проникшим тайну жизни, заслужил название безумца. Счастлив смертный, не может быть над ним извечен рок. Все решено, подруги! Я сейчас прикончу их и уберусь отсюда! Иначе сделает другая. И моей враждебнее рука, но тоже. Жребий им умереть теперь. Пускай же мать сама его и выполнит. Он совсем исчез. Кто исчез, Мариночка? Какой же непонятливый, он исчез, вестник. Он нырнул в расщелину между камнями и совсем пропал. Значит, он вышел через черный ход. Какой же глупый, Макс. Это пещерка, там только один вход. Значит, убежал ваш вестник. А вы досмотрелись на Лельку и все упустили? Нет, я не могла, я все время туда смотрела. Кто это был, Макс? Не знаю, Мариночка. Вот он крест, я его сегодня первый раз в жизни видел. Барышня, ей-богу. Погодите, я вас сейчас с живым кавалером познакомлю. Нет, мне никто, кроме того, не нужен. Никогда. Не зарекайтесь. А Сережу пожалейте. Сережа Лилин брат. Его мать Лизавета Дурново, народоволка. 3 года назад покончила с собой. После того, как узнала, что ее младший сын повесился. 12-летний мальчик. Сережа их смерть еле пережил. У него с легкими плохо с детства.
Да, очень. Здравствуйте, Марина. Вы необыкновенны. Это хорошо, что у вас чахотка. Не дай бог выздоровите, сразу хуже станете. Да уж, худоба, круги вокруг глаз, что уж лучше. Не выдумывайте, у вас глаза, как у Серафимов с фресок. Вы тот шестикрылый Серафим, что является каждому поэту. Генуэзская сердоликовая буса? Сережа, солнце уже полуденное. Тебе домой пора. Да и молоко пить время. А я лучше придумала. Вы ведь пойдете со мной в самое прекрасное здешнее место. Там и солнца нет. Никакого солнца, только скалы, воздух, вода и тени. Какие обморочные тени. Вы еще не видели гротов? Ну, конечно, не видели. Вы же только приехали. Я непременно вам их должна сама показать. Пойдемте? Да. Какие гроты? Какие скалы? Вы с ума сошли? У Сережи режим. Ему месяц назад делали хирургическую операцию. Аппендицит. Пойду. Конечно, пойду. Только... Только мне даже не представили вас. Ну тогда разрешите мне, глубоко уважаемые сеньоры, представить вас друг другу. Сергей Фрон, юный гимназист, глазами Серафимова Шестикрыла. Марина Ивановна Цветаева. В ней материал 10 поэтов. И сплошь замечательных. Она же самый хулиганствующий сорванец во всем Коктебеле. Прошу любить и жаловать. Пойдемте. Сережа, ну подожди. Глупая, самодовольная девчонка. Я с детства болела морем, а увидела и разочаровалась. Ожидания никогда не оправдываются. Мечты всегда лучше, правда, Сережа? Правда, Марина Ивановна. Мы с вами в один год осиротели. Это судьба. Да-да, я тоже с детства жаден до совпадений. Мне кажется, в них вся поэзия. Здесь все поэзия! И все поэзии. Какое удивительное лето. Я никогда не была счастлива так. Так, как теперь. А знаете что, Сережа? Макс говорит, что эта пещера как раз та самая, из которой Орфей вывел Эвридику. Осторожнее, Сережа, здесь очень глубоко. Стоит поскользнуться и не выплывешь. Орфей шел в легких сандалиях, как мы сейчас с вами, по камням. И чтобы не обернуться, пристально смотрел, как светлые блики от воды качаются и мечутся по стенам пещеры, точно бабочки, точно чьи-то души. Он хмурил брови, потому что не слышал за спиной шагов своей любимой и шел, не оборачиваясь. Сережа! Сережа! Вам же, наверное, нельзя так скакать и прыгать после операции. И швы... Простите меня, пожалуйста, Сережа. И запомните на будущее, я всегда такая. Плохая и скверная, и другой не ждите. Простите, у меня просто голова закружилась. Я думал, что мне надо у выхода точно в лабиринт. Да еще эта бездна под ногами. А я люблю, когда глубина бездны и водовороты. Не бойтесь. Нам после вон той скалы направо. Или налево. Выберемся. Мариночка, вы дома? Лиля? Что с вами? Что вы тут делаете? Как водоросли ваши члены, как ветви мальмезонских ив. Так вы лежали в брызгах пены, рассеянно остановив на светло-золотистых дынях аквамарин и хризопрас, сине-зеленых, серо-синих, всегда полузакрытых глаз. Летели солнечные стрелы и волны, бешеные львы. Так вы лежали слишком белый от нестерпимой синевы. Так драгоценный и спокойный лежите, взглядом не даря, но взгляните,
и вспыхнут войны, и горы двинутся в моря, и новые зажгутся луны, и лягут радостные львы по наклонению вашей юной, великолепной головы. Лиля, это прекрасные стихи. Это все ужасно. Если брат останется с ней, его ждет что-то страшное. Кажется, все грубы. Все чего-нибудь, да не делай. И самого главного не чувствую. Господи, быстрее бы у них это все закончилось. Она людей ест. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на день десятых капиталистов или богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Я теперь никогда не смогу быть тебе другом. Боюсь, что опять Сережа не узнаю. Глупости. Ты в прошлый раз не видела его 4 года. Марина Ивановна, я вас узнал. Позвольте представиться, я Константин Радзевич, друг Сергея еще с Донских степей. Так похоже, словно братья. Нас перенесенные вместе испытания сроднили. Сергей боялся, что опоздает, попросил меня вас встретить. Да, вот, собственно, и Сережа. Марина! Мариночка! А где ваш багаж? На перроне. Филька разбился. Аля, доченька,
Как ты можешь плакать из-за игрушки? Это стыдно. Вспомни спартанского мальчика. А, Я ищу русское издательство. Это совсем рядом. Я сразу поняла, что ты... Я совсем не умею ходить по улицам. Я уже больше года в эмиграции. Ты жила в Берлине с дочерью, а потом приехала сюда к мужу. 4 года ничего о нем не слышала. Мой муж Серж, он рыцарь белой идеи. Такие, как он, всегда борются за правое дело. А в России сейчас нет места правому делу. Вы понимаете, я чувствую у вас такое лицо, а в Москве, в революционной, вымороженной, я привыкла к пустоте. У меня дочь младшая умерла в приюте от голода. Ой, зачем я вам все это рассказываю? Вы такая надежная и хорошо слушаете. Это великое искусство уметь слушать. Русское издательство. Спасибо, милая. Вы были очень добры ко мне. Спасибо. Марина Ивановна, не ожидал вас встретить. Вы зачем здесь? Пришла забирать Алины бумаги. Она едет в русскую школу. И принесла кусочек прозы. Неизданной, может быть, выйдет. А вы читали мои стихи? Нет, я не люблю стихов. Не понимаю, чем восхищаются. Бедняк. А как вы живете? Помилуйте, Марина Ивановна, жизнь лучше любых стихов. Не любая и не любых. Постойте, разрешите, я вас провожу. Для этого я недостаточно слепа. Зря, здесь есть дивные места. Ты не такая, как все, и тебя не будут любить. Дети — это самые жестокие звери, которые только бывают. Марина, я была в приюте. Марина, там собраны хорошие учителя. Как я ненавидела гимназии. Я помню девочку, которую все травили. Мама у нее была испанка, а характер как вулкан. Так вот, однажды они подложили ей в портфель дождевых червей. Она открыла этот портфель, ужасно побледнела, червь пополз по руке. Марина, я вас ненавижу. Зачем вы мне это все рассказываете? Марина, не пугайте ребенка. Сережа, не вмешивайтесь. Это с Мариной наше личное. Сережа! Марина Ивановна! Успел. Здравствуй, Сережа. Марина Ивановна. Юная Ариадна, позвольте вас поздравить с началом новой взрослой жизни. Помоги отцу. А вы меня в вагон проводите? Непременно.
Сережа, и вам приятно, что Аля льнет к этому проходимцу? Марина, он мой друг. И к тому же Константина все любят. Он весь дешевый. И шуршащий, как эта бумага. И улыбка газетная. Какая дивная девочка. Вундеркинд. Такое омерзительное немецкое слово, как бюргерские крутые яйца на завтрак. Мерзость. Марина, не отправляйте меня от себя. А если я там умру, как Ирина, от тоски? Марина, надо ехать. Марина! Пойдем. Мне больно, вы понимаете? На мне живого места нет. Я вся ободранная, а вы как в броне. Марина Ивановна, а вы уже бывали на здешних холмах у Белорунки? Там дивно, пойдемте. Кто ты и откуда? Я звезда с небес. Француз и англичанин непременно остановятся, если увидят женщину на лошади. Француз для того, чтобы посмотреть на женщину, англичанин... Ненавижу светскую болтовню. Можем поговорить о модах 18 века или... о средневековых мираклях, о половом вопросе. Идите молча. Костя, пешеход быстроногий, сейчас опять вперед и бежит. Мариночка, вот он, так же через Севаж бежал. Оглянуться не успеешь. Подождите. Остановимся. А где Сережа? Не устали, Марина Ивановна? Почти до ночи прогуляли. Угощайтесь. Чем же вас еще накормить? Вот слева от вас боярышник спелый. Да и орехи должны быть, если поискать. А, нет. Вот самое изысканное лакомство. Угощайтесь. Что это? Вишневый клей. Камень со ствола. Попробуйте, это очень вкусно. Зачем вы? Не говорите. Молчите вообще. Вы как ребенок. Вы чужой, жестокий соседский мальчишка. Вор яблок и друг цыган. Нянька дружить запрещает, а хочется. Так что? Мы послушаемся няньку и будем дружить? Вы дивная женщина, Марина Ивановна. Мне несказанно бы польстила ваша дружба. Хоть я и не люблю стихов. Я счастлива, Радзевич. Если бы вы знали, как я счастлива. Слава Богу, слава всем богам, что я вас не люблю.
чужого прелестного мальчика. Доброе утро, пані. Tady je dopis od pana Sergeje z Paříže. Kdy se vrátí? A ještě od pana Radzijeviče. Единство неба и земли. Я чувствую в вас сил любить не всю меня, хаос, а только лучшую меня, главную меня. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Через 20 лет я умру.
Что же вы в темноте-то сидите? Добрый вечер, Мариночка. Здравствуй, Костя. Очень хорошо, что ты пришел. Необычайно удачная поездка, Мариночка. Князь Оболенский заинтересовался нашим журналом. Мы можем на него рассчитывать. Это тебе. Столько удачных знакомств. Мне кажется, наш журнал расцветет. Могла ли ты себе представить, что твой муж будет редактором? А что, Ходосевич видел их? Нину видел. Нину видел. Влада она ко мне так и не пустила. Оберегает его, как цепной пес. Как вы можете, Сережа? И ты тоже. О чем вы, Мариночка? Вот об этом. Это уже слишком. Как вы можете, Сережа, при вашем благородстве? Вы своей снисходительностью унижаете и меня, и Радзевича. Да, я люблю его. Да, я изменяю вам. И не смогу без него. Больше не смогу. Со мной такого никогда... Всем говорила, есть душа. Мне верили, не верили, смеялись, молились, а он впервые сказал, что есть жизнь. С ним есть жизнь, Сережа, понимаете? И любовь такая, когда тело не вместо души, а вместе с душой, и все жилы, как реки, как водопады. Сережа, утром я написала вам письмо, оно на камине. Мой Орликин, мой авантюрист, моя ночь, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе сначала. Будет так, твоя голова на моем плече. Простите, это письмо Радзевича. Ваше на столе. Как ребенка? Ребенок от Радзевича. Будет мальчик. Не надо. Хорошо, Марина, сделаю, как вы хотите. Так больше не может продолжаться. Эти ваши постоянные ураганы. Я живу с зажмуренными глазами. Вся моя жизнь под водой, никогда на поверхности. Я Жорнов на вашей шее, спасательный круг одновременно. Это невыносимо. Марина, мы должны расстаться. Я думал, что я справлюсь, но я слабый. Да и вас только мучить.
какое у него было прозвище. Маленький Казанова, для него эта игра очередное любовное приключение. С ней буду. Все с ней буду. Да, я буду жить с тобой. Марина, милая, неужели наконец-то? Ты знаешь, на этих чашках местные завсегдатаи гадают. На Златой улочке в средние века селились алхимики, и этой цукарни уже больше века. Те, кто умеют читать символы, гадают прямо по чашкам, по выпавшим гравюрам. Я не знаток, но... Тебе, Радевич, трактовать не нужно. Все точно. Все буквально. Какая нелепость. Это ребенок Сережин, не твой. Что? И что теперь? Как ты? Когда? Боже мой, как ты могла? Как это все неправда? Твои признания. Наша любовь, эти твои письма. Да я с ними не расставался, а ты...
nostra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Слава Ježíši Krista, dcero moje. Jean-Paul Paček. Mais moi, je parle français. Normalement, je ne peux pas rester longtemps à l'intérieur de l'église. Ici, j'ai toujours envie d'attendre l'impossible. L'idée qu'il existe une autre vie, si vaste, si différente, m'a fait trembler. La vie hors du temps. Incomparable avec la nôtre. Basse. Si basse. Il y a toujours la place pour l'éternité, pour la lumière, mais aussi pour le mal. Ce qui compte, ce que vous croyez. Je ne crois pas. Je sais. Je voulais me tuer. Récemment, je regardais les eaux de la Voltava couler dessous et plus qu'autre chose, j'avais envie de m'y jeter. Pour me reposer, pour m'endormir, pour m'envoler. Je sais, vous me direz que se suicider est un péché. Mais n'est-ce un péché de se torturer à tel point que tu perds toute ressemblance à Dieu? N'est-ce un péché de faire tellement souffrir les proches? N'est-ce un bienfait de les libérer? Ne fût-ce qu'au prix de son âme. J'avais à peu près le même âge que toi. Je menais une vie mondaine. J'avais une femme. Toute belle, toute charmante, une Française. Elle était belle comme l'ange de Raphaël. Et puis je suis tombé pour une autre femme. J'aimais ma femme et j'adorais cette autre. Je confessais tout à ma femme. Elle a éclaté aux sanglots et après tombé gravement malade. En ce moment-là, cette autre m'a dit: mon cher, j'attends un enfant de toi. J'ai souffert. Et après, enfin, j'ai trouvé, je le pensais complètement idiote, comment se tirer de cette affaire. J'ai laissé un dernier mot sur notre quai. J'écrivais, il ne fallait blâmer personne. Je disais adieu. Et puis, je suis parti. Mais, un an plus tard, j'ai appris. Le chagrin a fait perdre la raison à ma femme. Et mon second bien-aimé a voulu se priver de cet enfant. Et elle a succombé. Et elle a perdu tout son sang. Quand je l'ai appris, j'ai voulu me suicider. Pour de bon, je préparais la corde. J'ai enfilé, je suis monté sur le bas et debout sur ce banc. Complètement imbécile, moi. J'ai commencé à comprendre que ma vie ne me partir plus. Non seulement que j'ai détruit trois âmes, mais je m'apprête à détruire une autre. J'ai descendu, j'ai défait la corde et je me suis mise pleurer. Et voilà. Maintenant, je suis là. Merci, mon frère. Moi, c'est si simple.
La souffrance est le sens de la vie. Comme c'est bon. Merci. Strašně jsem zhřešil, bratře Františku. Co se stalo, bratře Jiří? Úmyslná lež. Вы без меня умрете. Как прекрасно жить, когда существует рок. Нет хорошо, нет плохо. Есть только судьба. Да. Только вот почему сейчас нет жриц и оракулов? Все как в тумане. Судьбы не видно. Не у кого спросить. Вот хорошо было Эдипу. А как же совесть? Мариночка, вы выпили свое успокоительное? Нет. И не хочу. Сереж, почитайте что-нибудь. Все равно, что не могу уснуть. А, да. Давайте хотя бы с начала главы. Угу. Комиссар полиции пристально глядел на труп, лежащий у обочины. В голове у него мелькнула мысль, что тело не иначе, как выбросили из едущего автомобиля. Давно прошли те времена, когда его еще юного сержанта полиции тошнило и шатало при виде крови. Что это за мерзость? Это рукопись для редакции прислали. Детективная повесть. Я же редактор, я обязан читать. Вы что, это публиковать собираетесь? Вы такое, мало того, что в дом принесли, еще и печатаете. Я не знаю. Мариночка, давайте вот тогда что-нибудь другое прочитаем. Не надо. Гадость какая. Гадость. Мерзость. Я вам противен? Вы не понимаете, Сережа. Я вас так люблю, вы самый родной, самый близкий, но я сейчас не могу так. Я верная, понимаете? Это верность не только вам, это верность тому, что чувствуем. Вы сейчас не то. Ну чего ж. Я понимаю. Вам бы хотелось, чтобы в супружеской постели нас было трое. Тогда я мог бы читать вам Гейне, а Радзевич обнимать. Вы совершенно правы, Сережа. Это именно то, чего я сейчас хочу. Thank you.
Ты к нему? Да, к нему. Další vlak jede za hodinu, paní. Ale můžete spát. Budím vás. Я бы хотела остаться жить на этом вокзале. Навсегда. Да. Сереж, ты что это? Спина, позвоночник. Ты же знаешь, что Марина что-то забыла? Одежду, книги. Шкуру кота, может. Марина, разве она не здесь? Костя, ты ловкий врун. Но со мной не надо так. Марина вчера ночью ушла к тебе. У меня ее не было. Я, собственно, к тебе. Да что ты говоришь? Что, хочешь разыграть патетическую сцену в стиле бульварного романа? Что ты мне можешь сказать? Про вашу бесконечную любовь, так я знаю, мне про нее Марина все уши проговорила, вплоть до... Слышать больше ничего не хочу. Она свободна. Слышишь? Свободна. Пусть любит кого хочет. Хоть черта! У меня больше нет сил вытаскивать ее из этих увлечений. Как бабочку из огня, каждый раз. Ich bin zu alt, nur zu spielen. Zu jung, ohne Wunsch zu sein. Das ist Goethes Faust. Schluss aus, es reicht. Verschwinde. Пошел к черту! Спирт. Разведенный. Еле достал. Тут вокруг вино да пиво. В аптеке купил. Ты бы хоть плащ снял. Что, сразу Дон вспоминается, да? Слушал я под дверью, представляете? Они там спирт пьют. Я думал, сейчас драка начнется. Они там спирт пьют. Даже завидно стало. Пора кончать эту волынку и докладывать Кислову, что он готов. Вы так думаете? Да я с такой жизнью, как у него, не то что на родную страну, на африканское государство зулусов стану работать. Да что в его жизни такого страшного? Вон он даже работу нашел. Подумаешь, жена изменяет. Дело не в том, что она ему изменяет. Все женщины шлюхи. Я, например, прекрасно знаю, что моя Людмила спит с тобою. Не вижу в этом никакой катастрофы. Вот у Эфрона катастрофа. Его жена поэтесса. Да угощайся ты, Илья Андреевич. Не стесняйся.
Костя, она одарена, как дьявол. Она ураганом живет, то неважно. Ритм. Этот бешеный ритм, в нем суть. Помнишь доктора Панарева, 22-го морфиниста? Ну, это страшно. А для Марины страсть, как морфий. Хуже, чем морфий. Ее стихи... Ой, лучше бы она их вовсе не писала. Я ее боюсь, Сережа. Мне иногда кажется, что она меня съест. Я не могу, я не хочу. Ты прости меня ради Христа. Никогда не забуду. 3 лет еще не прошло со свадьбы. Аля, малышка, эта женщина. Марина и Соня свой роман так выставляли. Так хвастались им. Марина же собой никогда не хвалится. Другими, да. А я сидел и смотрел, как они одну папироску на двоих, чтобы всем видно было. Кошмар, кошмар. Бедный, я умер бы. Ушел, не смог бы. А я и ушел тогда. Уехал. Костя, как в тумане. Я ее так любил, что она часть меня. А она как ножом по живому. А иногда кажется, что она только одна живая. А мы с тобой декорации. 2 кулисы ее жизни. Зеркала. Да. Зеркала. А, наша жизнь-то вот эти часы. Все показывают разное время. Вот у меня, допустим, 3 часа ночи. У Марины раннее утро, у тебя полдень. И так всегда. А вот если бы свести часы, оставить все на одно время, может быть, и жить стало бы гораздо лучше. Все стали бы счастливы. А? Тебе, Сереж, нужно настоящее. Серьезно, большое дело. Как все-таки ужасно, когда нет стола. Не для еды, для письма. Марина, вы из-за этого назад в Прагу уедете от меня? Нет, Альчика. Я знала. Я нарочно спросила. Потому что я вас очень люблю, Марина. Я украду вам стол. Я проберусь ночью к хозяйке и украду. А вы не отправите меня обратно в школу? А покажите льва. Али, сейчас рожать буду. Выйди из дома и закрой дверь. Смертники ждут расстрела в 4 часу утра. За шахматами усмешка дразня коридорный глаз. Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Кто? Боги благие, воры. По весь окоем глазка глаз красного коридора ляск. Скинутая доска. Thank you.
где же он? Уже скоро, папа, 12 секунд будет на экране. Сережа всегда был прекрасным актером. Когда мы после свадьбы жили в Сивцевом Рашке, нам все время ходили друзья. И Сережа на вечерах представлял две пантомимы. Одну, как старик ест устрицы, это было ужасно смешно, а вторую... Мадам, вы можете посмотреть, мы должны платить за мой тикет d'entrée. Je pensais qu'au moins dans une salle de cinéma, je restais tranquille. Вот, вот сейчас. Вот ус. Comment pouvez-vous? Ceci de bonbons arrive. Après avoir mangé votre Denis, vous vous chatouillez les nerfs avec une tragédie. La mort pour la bonne bouche. Un jour, vous allez avaler de travers. Помимо Сережа обычно изображал палача. Господи, как это было страшно. Мадам, je peux vous aider? Аля, вымой посуду. Марина, я ухожу. Буду работать помощницей в стоматологическом кабинете. Поживу пока у подруги. Какой кабинет? Какая подруга? Я работаю, приношу деньги, высчитываю. Дом на мне держится. Я совсем не имею возможности писать. Мы кругом в долгах. Ах, если бы сейчас сажали бы в тюрьму за долги. Как бы я хотела оказаться в тюрьме. Сколько бы хорошей прозы и стихов я бы там написала. Неужели мыть посуду и гулять с Муром – это так сложно? Что, кстати, ты делаешь очень плохо. Марина, очнитесь. Вы думали, я всю жизнь буду вашей домработницей? Посуда, полы, репа, Мур – это невыносимо. У меня нет своей жизни ни минуты. Как только встану на ноги, помогу вам деньгами. Но так больше не могу. Значит, мыть полы в родном доме ты брезгуешь? А мыть плевательницы у чужих людей тебе по сердцу? Ты все делаешь мне назло. В пику. Марина тиран! Марина отсталый политический элемент. Так вы с Сережей говорите, да? Кому нужны эти стихи? Да вы с ним оба погрязли в советских газетах и сводках. И оба меня ненавидите, оба, я знаю. Причем тут это? Вы опять шантажируете меня своей любовью и своими стихами. А это одно и то же. И меня, и отца. Господи, как вы в голодной Москве меня, шестилетнюю, пугали внутренностями от пайковой селедки, говоря, что это червяк. И заставляли доказать свою любовь тем, чтобы я подняла этого червяка с пола. Боже, какое было безумие. А любовь – это всегда безумие. Кстати, а селедки вон на окне две. И луковица на ужин. А Муру пожаришь котлетку. Ему нужно мясо при его малокровии. Вас послушать, так Мур хрустальный. Ни надо мной, ни над Ириной вы в детстве так не тряслись. Неудивительно, что Ирина не выжила тогда.
ты смеешь поднимать руку на собственного ребенка? Она уйдет куда хочет. Мне без вас не жить. Марина! Вы дома? Марина? Марина? Марина! Аля! Я не хотела. То есть я хотела, но... Прости меня. Папа, что с тобой? Что с тобой, папа? Папа, папа, что с тобой? Я заблудился. Я запутался, я потерялся.
Знаешь, сколько раз я хотел шагнуть с этой самой крыши? Напугал? Ну что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Прости меня. Прости. Тебе надо уехать, Олечка. Слышишь меня? Тебе надо уехать. Пропадешь ты со мной да с матерью. Какая нелепая семейка у нас получилась. Даже Мур. Мур позавчера у Сувчински сказал, какая у нас ужасная семья. Как стыдно, Олечка. Как же стыдно. Ты должна уехать отсюда. Поезжай с Богом. Le doucereux adore la femme acerbe. Quoi que l'on dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour s'aimer, c'est très curieux. Il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle. Марина Ивановна, я голоден уже. Марина Ивановна, я пошел в гости на первый этаж, если вы вообще меня слышите. Голоден. Не тенью обескровленной, а столько ее унося, что надоила бы и опоила бы весь Аид. Ох, у меня бы он заговорил. Аид, свидетельство, моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученная. Фу,
И куда я уеду? Как все это брошу? Вы все беспомощные, вы без меня умрете. Бар передала постельное белье с французскими лилиями. Вы думаете, в Советском Союзе нет постельного белья? Оставьте. Даже не вздумай отказываться. Бордельный стиль. Говорят, что в Советской России за такое камнями побивают. Это, пожалуй, единственное достоинство этой страны. Спасибо. Передай Мари Дюбар, что это замечательный подарок. Непременно передам. Вот, на память. Спасибо. Швейцарский механизм. Ой, Нина Ивановна! Ой, боже мой, что это? Свернуть и перевязать веревками. Создается впечатление, что вы Алю не то под венец провожаете, не то в гроб. Марина, почему вы всегда так жестоки? Я сейчас уеду, не знаю, когда мы увидимся. Вам и напоследок нужно доказать свою правоту. Правота себя не доказывает. Она просто есть. Ладно. Если тебе это так важно, давай уложим это твое купеческое богатство. Мадемуазель, я не могу вас autoriser à monter dans le wagon avec ça, c'est bien trop gros. Куда же едем? Le train, pardon, 3 minutes. Марина, возьмите себе, не отдавать же назад, а то Нина Ивановна обидится. Папа будет спать. Или Мур. Что за? Опоздал. Именно сегодня я никак не мог. Знаете, ей столько вещей подарили. И все новые. Я, наверное, никогда не видела столько новых вещей сразу, даже в детстве. Марина, я на минуту. Мне пора идти. Узнаю, что куришь в машине, уволю. Товарищ Кислов, как можно? Я не-не. Люсин, ты чего? У меня шеф дочка есть. 5 лет. Зовут Надеждой. Знаю. Она давеча Le Monde Enfant увидела игрушку золотого барашка с механизмом. Стояла и молча смотрела. Она у меня гордая. Просить не просила, но... смотрела с таким отчаянием. И эта дамочка сейчас точь-в-точь моя Надя у витрины с золотым барашком. Прям сердце заходится.
пришлось сделать круг. Конспирация. Дай огня. Покурим. Сергей Яковлевич, вы же отлично знаете Порецкого. Я прав? Вы имеете в виду Игната Рейса? Да, конечно, это абсолютно честный человек. С детства шедший прямой дорогой. Вы слишком много и красиво говорите, Сергей Яковлевич. Литература вас испортила. Простите. Просто у меня слабые легкие. С детства туберкулез. Не переношу дым. Я знаю. Трогай. Милые времена. Двое мужчин. А как продуть карбюратор, знает только женщина. Гертруда, я могу надеяться на вас? Я не уверен в происходящем, но помогите мне еще, помимо организации встреч. Ради нашего общего дела я вас прошу, помогите мне поговорить с Игнатом. Я чувствую, что смогу найти нужные слова, даже несмотря на то, если он и впрямь изменил. Вы очень много говорите, Ефрон. Больше дела. Я с 16 лет коммунистка. Если мой долг теперь требует отдать на расправу единственного мужчину, который не брезговал ложиться со мной в постель, я это сделаю. Но молча. Какая расправа? О чем вы говорите? Игнат же столько сделал для России. Неужели его могут осудить только за то, что он сомневается? Сомнение преодоленное дает понимание. Помогите мне. Ну что, сколько времени ты ехал на встречу и до сих пор не мог собраться? Und du wirst mich kaum vom Gegenteil überzeugen. Serge? И ты тут. У вас лицо, как у школьницы, лишённое невинности. Сколько вам лет, Эфрон? Ненавижу сильных женщин. Je ne connais pas cette femme, mais elle a des yeux terribles, comme une mégère qui a perdu la foi en Dieu et en diable. Elle est désespérée. Madame Ephron, votre mari est recherché en tant que membre présumé du service de renseignement soviétique et accusé de l'assassinat d'un certain Ignace Poretsky, tué par balle à Lausanne. Monsieur, vous voulez me faire peur, n'est-ce pas? Ou bien vous plaisantez? Ah!
Pourquoi M. Efron est parti en Union soviétique aussi précipitamment? Il avait l'intention de rentrer depuis longtemps, mais n'arrivait jamais à se décider. Notre fille, elle vit à Moscou, voici déjà des ans. Où était votre époux entre le 12 et le 25 août? Pouvez-vous vous porter garante du fait qu'il n'a pas quitté le pays pour la Suisse? Certainement. Sergueï est resté à la maison à partir du mi-août jusqu'à mi-septembre. Il n'est parti nulle part. Il n'est pas parti? Ou tout simplement, il ne vous a pas mis au courant de ses départs? J'ai toute confiance en mon mari. Il ne me cache rien. Et pourtant, il y a des témoignages qui prouvent que c'était bien votre époux qui, le 3 septembre, a loué à Lausanne une voiture dans laquelle, selon nos informations, M. Poretsky a été assassiné. Ou bien votre époux vous a menti? Ou bien c'est vous qui nous mentez maintenant? Ce n'est pas possible, monsieur l'officier. Moi, je peux oublier quelque chose. Nous menons une vie difficile. Les jours se fusionnent en un seul. Mais cette voiture, ceci ne veut rien dire. Vous avez laissé de l'écrire, donc vous devez comprendre les âmes humaines. Croyez-moi, je connais Sergueï depuis qu'il a 17 ans. C'est un homme des plus purs, c'est un homme des plus honnêtes. Savez-vous comment on l'appelait dans l'Union des immigrés? La conscience de tous les Eurasiens. Lui, c'est la personne la plus fidèle, la plus noble, la plus humaine parmi tous les hommes. Lui, il ne pouvait pas trahir, mais par contre, on pouvait le tromper. Il est resté confiant comme un garçon, malgré toutes les épreuves. Sa tragédie a toujours été le conflit entre le devoir et l'appel du cœur. Mais vous êtes un Français, vous, monsieur l'officier. Vous devez connaître ce choix si est dans votre sang. Être soumis à l'amour que je perds. Je le sais d'une façon ou d'une autre. Se veut-il possible que je puisse choisir le chemin honteux de la trahison? Du courage, la main. Sauvons à moyen l'honneur si on n'arrive plus à faire revenir Kimina. Pour moi, tout est clair. Vous êtes libre, Madame Efron. Vous ne me croyez pas, monsieur l'officier. Mais ayant payé en totalité ma dette, envers mon père et l'honneur, je dois à mon tour devenir la victime de la vengeance légitime. Mais oui, mais oui. C'est tout, madame Efron. Vous êtes libre. Mmh. Au revoir. C'est Geoffroy de la 2e division. Anselme, dis au tien qu'il retire la surveillance de cette folle russe. Anselme, sa place est à l'Hôtel Dieu. Mon expérience me le dit. Et ne discute pas. Ma Jacqueline a ordonné de te convier samedi pour le dîner. Elle prépare une soupe aux tomates et des profiteroles. Revue parisienne, lisez les nouvelles politiques. Figaro, dernière nouvelle. La fille du gardien aveugle au cimetière de Saint-Denis est tombée amoureuse de son frère. Le Monde, interview du commissaire de police. Les nouvelles informations sur l'assassinat au Lausanne. Les espions russes tuent leur chef de file. Oui, voilà, madame. Merci. Merci beaucoup. Le Monde! Le fils de 13 ans a tué son propre père et vit avec sa mère.
De nouvelles informations sur l'assassinat au Lausanne. Les espions russes tuent leur chef de file. Le Monde, interview du commissaire de police. Le Monde. Oui, monsieur. Merci. C'est bon. Voilà. Семь ворон подняли труп и положили в гроб, и отнесли его туда, где семь кривых осин питает мертвая вода чернеющих трясин. Спасибо вам. Сейчас стихи будет читать Марина Ивановна Цветаева. Вы слышали? Или муж агента НКВД? Что вы говорите? Подумайте, какая наглость прийти сюда. И я вошла, и я сказала: здравствуй. Пора, король, во Францию, домой. Пойдем. И я опять веду тебя на царство. И ты опять обманешь, Карл VII. Не ждите, принц, скупой и невеселый, бескровный принц, не распрямивший плеч, чтоб Иоанна разлюбила голос, чтоб Иоанна разлюбила меч. И был Руан, в Руане старый рынок, все будет вновь. Последний взор коня и первый треск невинных хворостинок и первый всплеск соснового огня. А за плечом товарищ мой крылатый опять шепнет: терпение, сестра, когда сверкнут серебряные латы сосновой кровью моего костра. Я же умоляла тебя не читать газету. Ты испортишь вкус от одного присутствия газеты в комнате, у людей падает моральный уровень. Конечно. Я должен сейчас страдать с вами над снимками и гадать, кто же придет на вокзал радоваться счастливому воссоединению семейства. Мур, как ты разговариваешь? Можно подумать, это я рвалась сюда. Что нас вообще здесь ждет? Так какого черта вы сюда приехали? Судьба сильнее взаимных желаний. Что, по-вашему, брак? Судьба или желание? Если брак в духе, то уже нет мужчины и женщины и их желаний. А что тогда есть? Иоанна и ангел. Ой, только умоляю вас, давайте без предназначения браков на небесах и Иоанны Дарк. Вы, Марина Ивановна, живете в прошлом со своими стихами и фотографиями. Я лучше про электрификацию почитаю. Здесь купе. Может быть, вообще курить запрещено. Хотите, чтобы нас на последние деньги оштрафовали? Гнида ты, Федька, как есть. Пиджак москвошвейный тебе человеческой и социалистической жизни дороже. Thank you.
Что? Как? Куда? Что вы делаете? Куда? Светлое советское будущее. Марина Ивановна, приходите с Георгием пить чай. Я чайник согрела и печенье. А мне не нравится дом. Дурно здесь. А это что такое? Это не наше, это от прежних хозяев осталось. А почему они не забрали? Марина Ивановна, мы... Нам ничего не говорили, мы случайно узнали. И вы, пожалуйста, молчите. Этот дом раньше принадлежал директору Эксперт Леса и его семье. Ну и когда выяснилось, что они, ну, понимаете, сначала арестовали его сына, потом жену и своячницу, потом пришли за ним и нашли его мертвого в петле. Повесился. Ну и правильно сделал. Это для него было лучшим выходом. Замолчи! Сережа, как вы могли согласиться жить в этом доме? Я здесь не смогу. И Муру... Муру нельзя, он мальчик совсем. Давайте переедем, снимем квартиру в Москве. Разве нас спрашивали? Марина Ивановна, имейте в виду дом под наблюдением. Николаю и Сергею выходить запрещено. Мне и вам с детьми можно. Но осторожно, проверяйтесь, понимаете? Нет, не понимаю. Слежка. Только имейте в виду, я вам ничего не говорила. Зато Аля здесь счастлива. Работает в ревью до Москвы. Влюбилась, представляешь? Да, я видела на вокзале. Ты знаком? Нет, не представлен. Он женат, Аля боится, что я расстроюсь. Самуил Гуревич его зовут. Работает вместе с ней в редакции. Милый, кажется. А то, что женат, это не страшно. Господи, счастье какое. Ну, не то, что в Париже, только танцы и кинематограф. Влюбилась наконец-то. Это здесь? Нет. Он это сделал за домом. В атроклозете, прямо над выгребной ямой. Не сразу нашли. Кто о чем, а Марина все о покойниках. Я так рада, что мы все наконец вместе. Марина. Вы слышите меня? Марина? Марина! Марина!
Нина, я знала, что вы ко мне плохо относитесь, но что, презираете? Марина, что вы такое говорите-то? Вы взяли мою коробку с солью и положили ее не обратно на полку, как я привыкла, а на стол. Как вы могли? Да как вам вообще могло такое в голову прийти? Марина Ивановна, Нина сделала это просто по забывчивости. Случайно. Конечно, Марина Ивановна, это все выдумки. Мариночка, мы вас очень любим и уважаем. Присядьте, правда. Присядьте, отдохните. Давайте я вам чаю налью. Как вам могло вообще прийти такое в голову, Мариночка? Ну что? Сахар в чай. Браво, Марина Ивановна. Если у вас нет любовника, вы из-за соли и сахара не меньшую трагедию устроите. Это Аля. Я открою. Сережа, Марина, Мур, вы не спите, свет везде горит. Это невероятно, я так счастлива. Милиция, проверка паспортов. Гражданка Ефрон Ариадна Сергеевна? Да. Вы арестованы. Марина Ивановна, безумно рад вас видеть. Мне нужно увидеть Бориса, он мне поможет, я знаю. А тут кто-то требует удостоверения, но неужели может быть такой документ, который удостоверяет, что ты поэт? Кто их выдает? Не волнуйтесь, я вас проведу. Вы опять? Я же вам русским языком объясняю, что без документов... Николай Николаевич, здравствуйте. Как ваша супруга выживает? Прекрасно, Леокадия Парфеновна, прекрасно. Марина Ивановна, проходите. Ну, Николай Николаевич. Леокадия Парфеновна, все в порядке. Ой, ну и бабу себе нашел. Страшно, как смерть. Благодарю вас, да. Быть знаменитым некрасиво. Марина? Марина? Ладно.
Отпусти. Отпусти меня. Отпусти меня, Христа ради. Что я тебе ищу? Что тебе еще нужно? Отпусти. Отпусти меня. Отпусти. Это дурной сон. Дать вам ваши капли. Прости меня. Кто там? Откройте, милиция. Вопрос за Гильяшкиным делом. Да. Это за вами. Пошел. Должен выпить горячего чаю с медом. Стоишь на холодной земле, простудишься. Врехнулись! Он прав. Чем хуже, тем лучше. Пусть простудится. Марина! Постойте, куда вы? Вы опоздаете на электричку. Я обещал супруге, что провожу вас и сразу вернусь домой. Марин, я не могу. Вы поймете. Я должен. Должен поделиться. Это было 3 года назад. 13 мая, как сейчас помню. Была полная луна. Страшно, духота, я не мог заснуть. Врывается соседка и говорит, что меня вызывает Кремль. Выхожу в коридор, без единой мысли в голове. Болит голова, с утра мучила. Беру трубку и слышу незнакомый мужской голос. Борис Леонидович, с вами будет говорить товарищ Сталин. Я говорю, да перестаньте вы шутить, перестаньте вы издеваться, перестаньте. А через паузу на другом конце провода соединяю. И вот тут я поверил. Да какой там поверил, я понял. Я понял в этот самый момент. И это правда. И тут же услышал голос. Спокойный, с грузинским акцентом. Какого вы мнения о Мандельштаме? Что нам с ним сделать? Я в этот момент не соображал ничего. У меня мурашки по коже и восторг, детский восторг и ужас одновременно. Я сказал, первое, что мне в голову приходит, говорит, вам виднее, товарищ Сталин. А он... А он хмыкнул в трубку и говорит, мы своих товарищей лучше защищали. И в этот момент я почувствовал себя студентом, который плывет на экзамене учителя, в которого влюблен. И он понимает, что не выплывет.
Ну, стал ему говорить. Мы с Мандельштамом никогда друзьями не были. Что он акмеист, я к этой школе никакого отношения не имею. Ну, в общем, всякую глупость нес, а он меня прерывает. Настойчиво так прерывает и спрашивает. Но он же мастер. Мастер. Я вот тут, я шепотом говорю. Это не имеет никакого значения. Я с вами хочу поговорить с вами о жизни, о смерти с вами. И это было от такого отчаяния, Марино! А он говорит, нам не о чем с вами разговаривать, и положил трубку. Я сидел на полу в коридоре, духота была грозовая, голова болела и ужасно пахло сладкими духами. Знаешь, Борис, да. Мне казалось, что я никогда не смогу тебя поцеловать. Казалось, мир рухнет, если это случится. Звезда полынь падет. А теперь могу. Как страшно. Марина. Зачем вы туда забрались? Услышала шаги, подумала за мной. Спряталась записку написать тебе. Вы дура, Марина Ивановна. А я давно говорил, что большинство этих вещей надо выбросить. Или продать. Не говори ерунды. Зачем? Да, ну конечно. Вы же у нас поклоняетесь прошлому, готовы хранить каждую заплатку, не говоря уж о бумажном мусоре. И ты смеешь говорить, что я привязана к вещам? Упрекать меня моими тетрадями? Да что ты знаешь о том, как в Москве 19-го года я, умирая от голода, готова была променять кусок хлеба на четвертинку чистой бумаги? Бумаги! Единственного, чего я хотела всю жизнь! Жаждала! Границы во многих местах
Ну что, товарищи писатели, будем учиться надевать противогазы. Давайте. В полубоевом положении сумка противогаза перемещается сбоку на живот и открывается. По команде газы все, товарищи писатели, не вдыхая воздух, задерживаем дыхание, потом закрываем глаза. Руками? От страха. Молодцы, товарищи. Потом надо достать противогаз. Обращаю ваше внимание. Правой рукой берем противогаз, левой придерживаем противогазную сумку. Перед надеванием противогаза следует все пальцы рук разместить внутри противогаза, кроме больших пальцев рук. И резко натянуть противогаз на голову снизу вверх. Ну-ка. После этого надо выдохнуть. Ну-ка. Попробуйте, товарищи писатели. Попробуйте, попробуйте, товарищи писатели. Молодцы, молодцы, товарищи. Ну-ну-ну-ну. Вот так. Хорошо. Эй, гражданка! Гражданка в седьмом ряду! Наденьте противогаз! Наденьте, гражданка! Это так просто! Наденьте противогаз! Противогаз! На, надень! Надень! Не понимает! Не устанавливай! Я болит! Надо будет еще на другой край сходить. Сейчас посмотрим. Мур! 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 Что еще? Я ж тебя запрещала. А ну-ка, ну-ка, немедленно с крыши. Тут тебя осколком глаз выбьет. Я скоро повешусь от вашей заботливости. Так. Говорит штаб гражданской обороны. Что? Через неделю уедем отсюда. Езжайте без меня. Я в Москве останусь. Хоть убейте. Быстро в бомбоубежище. О, слезы на глазах. Плач гнева и любви. О, Чехия в слезах. Испания в крови. О, черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора дворцу вернуть билет. Отказываюсь быть в бедламе не людей. Отказываюсь жить с волками площадей. Отказываюсь выть с акулами равнин. Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один – отказ. Понимаю, какого черта мы туда едем? А книги? Книги жалко. Снова школу бросать. Только друзья появились. Дамы сердце, видать, появилось, Георгий Сергеевич. От того уезжать-то неохота. Не в этом дело. Я с женщинами пока вообще не слишком. Просто опять общее положение. Мать совершенно не умеет устраиваться. Подержи-ка. А замок-то сломан. Попросил меня бечевку. Да этому чемодану больше лет, чем мне. Поворачивай. Его еще мать из дореволюционной России вывезла. Веревка-то крепкая, хоть режись. Марина, а у тебя замок сломался? Я в Литфонде договорился. Завтра половина шестого будет машина за вещами. Прямо до речного вокзала. Не надо. Чего? Чего не надо? Ничего. Уходите, Борис.
уходите. Спасибо. Так надо. Чем хуже, тем лучше. Катерина Антиповна, мы же с вами договорились вчера, что вы нам комнату сдадите. Мы пришли, как условились. А почему вы этих впустили? Толк-то с вас. Ни пайка, ни дров. Вон эти-то пообещали мне печь переложить. Да кто ж вас возьмет? Уж если брать, так тех, у кого фонарей поменьше. Да и не за границы приехавши. Марина Ивановна, пойдемте отсюда. Белогвардейка. Где теперь комнату искать? В общежитии не дадут. Понятия не имею. Но раз уж вы притащили мне в эту дыру без копейки денег, то будьте добры, обеспечьте мне приличный образ жизни. Что за плевый городишко? По улице не пройти в приличных ботинках. А когда рис кончится, что будет? Вам надо устроиться на службу. Я хочу, я очень хочу. Я пойду судомойкой. Я хорошо мою посуду, но меня не возьмут. В заявлении придется написать, что Сережа с Алей сидят. А тут и так все знают. Мы здесь не выживем, никто не поможет. И мертвее быть не может, и чернее не видать. И никто нам не поможет, и не надо помогать. Мурлыга, это ты? Гражданка Цветаева? Да. Елабужский комиссариат внутренних дел. В чем дело? Я же сказала, что сотрудничать с вами не собираюсь. У меня к вам официальное сообщение. Ваш муж, Ефрон Сергей Яковлевич, приговорен к высшей мере наказания, как уклонист и враг народа. Приговор приведен в исполнение 25 августа сего года. Распишитесь о получении извещения. Я вас откуда-то знаю. А как вам удалось пройти по улице и не заморачивать темплет? Распишитесь, Марина Ивановна. Подождите на улице. Только поспешите. Мое время казенное.
Стоять! К стене! Пусть фельдшера приведут. Дневники, письма. Чёртова коробка. А сейф еще в Чистополе советовал все спалить. Нужно было и не тащить. Мур, зачем вы так? Елизавета Яковлевна, при моем нынешнем положении отец и сестра по политической, мать повесилась. И я не удивляюсь. В ее положении это был лучший выход. Вы думаете, легко было с ней? А теперь еще эти бумаги. Мало ли что там. Может, там отцовские документы еще из Парижа. Подождите. Разве Сережа не уничтожил все, что могло его скомпрометировать? Какое там? Мать и клочка бы выбросить не дала. Она скорее бы деньги в мусорное ведро выбросила, чем клочок бумаги. Да-да, надо сжечь. Асеев прав. Сжечь. Конечно, сжечь. Пусть горит. Огонь все съест. Я вещи тогда тоже вам оставлю. Зачем мне женские вещи? А может, лучшая победа над временем и тяготением пройти, чтобы не оставить следа? Я пойду. Пройти, чтобы не оставить тени. Елизавета Яковлевна. На стенах. Скоро комендантский час. Может быть, отказом взять, вычеркнуться из зеркал, так Лермонтовым по Кавказу прокрасться, не встревожив скал. А может, лучшая потеха перстом Себастьяна Баха органного не тронуть эхо, распасться, не оставив праха на урну. Может быть, обманом взять, выписаться из широт, так временем, как океаном, прокрасться, не встревожив, вот. Что нужно кусту от меня? Не речишь. Что нужно? Не доли собачьей от меня. Моей человечьей. Не речишь, не доли собачьей, моей человечьей, кляня которую голову прячу в него же, сидей день о дня, сей мощи и плещи и гущи, что нужно кусту от меня, имущему от неимущей, а нужно. Иначе б не шел мне в очи и в мысли, и в уши. Не нужно б, тогда бы не цвел мне прямо в разверстую душу, что только кустом не пуста, окном моих всех захолустий. Что полная чаша куста находишь на сём месте пусти? Чего не видал на ветвях твоих, хоть бы лист одинаков, в моих преткновения пнях, сплошных препинания знаков? Чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, в моих преткновениях, пнях, сплошных препинания, звуках. Да вот и сейчас словарю, предавший бессмертную силу, да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла рта, знала еще на черте губ той, за которой осколки, и снова во всей полноте знать буду, как только умолкну.